Всем привет, друзья, с вами Беркли. И в этом видео я решил вам записать такой видос, как продать дом на ВМП или как продать квартиру на ВМП. Видим, у нас есть покупатель здесь, мы уже созвонились с ним, и он приехал покупать наш дом. Мы будем покупать его, то есть продавать его с рук, продавать его другому игроку. Дом можно слить в госцену, но там цена какая выходит меньше даже за, видим, у нас цена 40 тысяч. То есть если вы в гос сольете дом, то он у вас получится за 35, где-то за 32, а с рук мы его продадим вот за 60 тысяч сейчас, так как сейчас на ВМП с квартирами очень плохо. Я написал в администрацию, как продать дом, так как я тоже как бы зеленый в этом и никогда не продавал дома на ВМП, это первый раз. И сейчас мы попробуем с вами продать дом игроку. Давайте вводим sell house, потом ID игрока и цену, которую мы с ним договорились на продажу. Но что-то нам нужно зайти в дом. То есть если вы не зайдете в дом, то ваш дом не продаст, то есть с улицы. Надо зайти в дом с игроком и уже в своем доме продать его, как бы. Итак, давайте-ка зайдем в дом наш. Что-то наш игрок думает, заходить или нет. Но мы уже с ним договорились, что цена так как бы 60 тысяч. Ну, это вполне такая нормальная цена, даже и заработаем как бы немного. Так как с жильем сейчас на ВМП очень плохо, то есть много игроков играет и жилья не хватает на ВМП, так и бывает вот такое вот, что, ну, чтобы купить дом, то есть подаете объявление там, сверху в чате ваше объявление с номера, и там вам кто-то позвонит, вот как этому игроку. Так, нам нужно зайти в дом, да, он куда-то пропал, да. Наверное, уже зашел в дом. Так, давайте-ка в дом ему предлагаем sell house. Сейчас наберем sell house, повторяю, и ID игрока, и цену, которую мы хотим получить за дом. И ему видит такое предложение, и он должен согласиться. Согласился, и видим, наши деньги успешно начислились нам на счет. То есть не в банк, а сразу же на счет. На счет начислились деньги. Так, наш автомобиль пропадет после перезалога, то есть после релога, так как автомобили пропадают, если у вас нет жилья. Ну, он как бы будет, когда вы купите снова жилье. Ну и в знак успешной сделки пожмем руку нашему покупателю. В принципе, все, вы узнали, как продать дом на ВМП. Я продавал его тоже в первый раз. Ну, спасибо за просмотр вам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео. До свидания, всего хорошего.